Очередной шедевр от Эвалар. Чудо-фирма, алчная, жадная, ненасытная. Купили вчера упаковку Essential Forte. Лечим печень после пневмонии. Открываем, бери. Всегда проверяйте, ребята, капсулы эти. Ничего там нету. 1300 рублей. Отдано, но дело даже в не деньгах. Дело в том, что вроде бы печеночку лечить надо, доктор назначила, месяц пропивать. Что здесь пропивать, непонятно. Когда они уже нахапаются, когда они уже удавятся, непонятно. Достань из коробки. Сколько видел, до этого тоже показывали, выкладывали эти видео, что там ложат за лекарства. Вот такую же пустоту. Как-то не верилось. Вот, пожалуйста. Сами упоролись. Вот что с ними делать? Ну вот, при Сталине, я не знаю, стрелять не стреляли бы, но лет на 10 без права переписки бы отправили. Здесь что за беспредел? Будьте очень внимательны с такими чудо-фирмами и их лекарствами.